Девочки, здравствуйте, мои дорогие. Мне пришла посылка. Вот, не буду адрес показывать. Смотрите, Израиль, девочки. Из Израиля. Большое спасибо. Галина. Галина, ты не знаешь, как моя дочка радуется. Как будто я не знаю. Как будто она никогда ничего не видела. Но тетя тоже радуется. Особенно Израиль. Девочки, я вас так люблю из Израиля. Всем большой салам, девчонки израильские. Всем большой салам, девочки. Всех вас люблю. Разницы нету. Самое главное. Ой, она все чистила, девочки. Она мне всю посылку почистила. Она говорит, надо, говорит, алкоголем, этим. Короче, не знаю, как эту посылку открывать. Девочки, кошмар. Я тоже как маленькая девочка радуюсь. Ох, сколько скотча здесь. Ты думала, что я буду в директу, да? Она говорит, я думала, что ты будешь стрим делать. Нет, не буду делать стрим, потому что уже слишком много стримов делаю. Да. Так, не хочу адрес терять, на всякий случай. Вдруг она там ничего не написала. Хочу все оставить как есть. Так, для меня это очень важно. Я держу всех ваших адресов. Бисмиллахи рахмани рахим. Подожди-ка, Танка. Это что? Девочки, я вся такая. Видно, да, надеюсь? Подождите, коробку сюда поставлю. Так. Не знаю, Кайтанка. О, это, наверное, тебе, моя золотая. Смотри. А, какая красивая. Спасибо, скажи. Спасибо. Смотри. Сумочка для тебя. Смотри, какая красивая. Спасибо большое. Большое спасибо, девочка. О, чай! Смотри, это для тебя хлопья. Чай, так. Зеленый чай с мятой. О, зеленый чай с мятой. А это что? Это девочки, это какие-то вещи вкусные, наверное, вкусняшки какие-то. Так, давай одну откроем, посмотрим. А, смотри, хлопья, потому что ты любишь, доча. А ну попробуй. Вкусный? Да? Вот, кушай, доченька. Ой, какая ты молодец. Черная кофе с кардамомом. С кардамомом, даже не знаю. Девчонки, смотрите. Надеюсь, что видно. Похвастаюсь. Ха-ха! Чай, девочки! Будем пить чай! Ой, какая прелесть. Это другой чай, наверное, какой-то тоже, наверное, какой-то вкусный. Девочки, а пахнет так хорошо. Дай Бог тебе здоровья, моя золотая. Ой, что-то написано. Письмо, девочки. Вау, девочки, как приятно. Подождите, мои очки. Как приятно, девочки. Смотрите, мне кто-то письмо написал. Здравствуй, Наталья. И он, и твоя семья стала для меня открытым на Ютубе. Открытием на Ютубе канал. О, девочки, я эмоционально падаю. За один месяц я пересмотрела все твои руки. Ой, девочки, не могу. Ты молодец. Можешь поднять самооценку людям и настроение. И аппетит. Оставайся, говорит, такой же, говорит, искренний, простой, говорит, и жизнерадостный. Не особо иди на поводу у зрителей. Спасибо, дорогая, какие вы, говорит, молодцы, говорит. Построить, говорит, такой дом, говорит, содержать его. Это, говорит, нужно, говорит, много сил, говорит, и терпения. Желаю, говорит, да, говорит, еще все это, говорит, в чужой, говорит, стране для тебя, говорит. Желаю процветания твоему, говорит, каналу, здоровья всем, всей семье. Больше, говорит, спи, говорит, и поменьше, говорит, расстраивайся, твоя зрительница. Галя, посылаю тебе, говорит, зеленый чай, говорит, может тебе, говорит, понравится это, говорит, просто, говорит, чтобы ты сделала, говорит, тебе, себе приятно, без всяких заморочек. Люблю тебя и уважаю за твой труд и твои поступки. Спасибо, моя дорогая. Спасибо, я прям в эмоции. Спасибо, моя золотая. Мне это очень приятно. Ой, я же говорю, я не могу. Смотри, шоколадки мне отправила. Моя дорогая, у меня все есть. Ну, мне так приятно, дорогая. Спасибо.
красный, говорит, ну, говорит, содержу, говорит, сахар, говорит, и масло, говорит. Спасибо, моя сладкая. Спасибо, девчонки, смотрите. Шоколадки мне отправила. Они не растаяли, ничего, все дошло. Смотри, еще такие конфеты отправила. Да, смотрите. Большое тебе спасибо. Вот, честное слово, если могла бы, я бы тоже тебе выслала бы что-то. А ну, посмотрю, здесь адрес есть. Израиль. Спасибо тебе огромное. Большое тебе спасибо, честное слово. Спасибо, спасибо. Тысячу раз спасибо. Дай Бог тебе здоровья и счастья. И такие теплые слова. Я же говорю... Да я не расстраиваюсь, есть упор Фелисида, и ты контента. Здравствуй, Наталья, говорит, и всей твоей семье. Говорит, ты, говорит, стала для меня открытием, говорит, на Ютубе. Подожди, слезы вытяну. Ой. Короче, сейчас, наверное, уродина такая стала. Так, чуть-чуть подниму, наверное, вот так будет лучше меня видно. Галочка, большое тебе спасибо. Дай Бог тебе здоровья. Я, честное слово говорю, я ни в чем не нуждаюсь. Но это просто, девчонки, это эмоции, я падаю почему-то. Знаете, это так приятно, девочки. Вы просто себе представить не можете. Как это приятно, что какой-то чужой человек и такое письмо приятное написал. Ты, говорит, стала для меня, говорит, открытием, говорит, на Ютубе, говорит. За один месяц, который я пересмотрела, говорит, все твои видео. Спасибо огромное тебе, огромное спасибо за твой труд, за то, что ты потратила на меня время. А сегодняшний день это очень, очень ценится. Буду поставлю на память себе это. Потому что кто его знает, что завтра будет, девочки. Большое тебе спасибо. Дай Бог здоровья, девчонки, вам всем. Я понимаю, что... Это глупо, да, вот, что я вот так, да. Не знаю, девочки, вот... Такое настроение, и все, да, и вот думала, соберусь, я буду плакать, открою посылку, как обычно, да, но не получается у меня, как обычно. Не знаю, вот такая я эмоциональная, вот такая я глупая, наверное, это так со стороны, наверное, глупо смотрится, девочки, потому что, ну, это так приятно, девчонки, это так приятно, когда вот кто-то тебе говорит просто спасибо, понимаете, сегодняшний мир такой он... Жестокий стал, знаете. Все кого-то осуждать хотят, все что-то плохое хотят увидеть. А здесь человек меня знать не знает. И вот... Короче, кто понял, тот понял, девчули. Это я поставлю себе на память. Спасибо большое. Мне это больше всех понравилось. Девчонки, чаю смотрите, сколько у меня уже. Смотрите. Я буду пить с большим удовольствием. Каждый раз, как буду пить, тебе буду здоровья желать. Тебе и твоим близким. И ты правильно сказала. На чужой стороне, вот знаете, почему-то. Вот каждая вещь, каждая мелочь таким большим кажется. Ох. Короче, все. Целую вас всех, девчонки. Показала опять свои эмоции. Какая я? Извините меня, девчонки. Иногда у меня не получается. Вот как у других людей. Не получается. Даже пакетики оставлю. Подружка говорит. Смотрите, девочки, как она в Израиле нашла такой пакет. Так интересно. Как ты меня обрадовала, чтобы тебя Бог вот так радовал, дорогая моя. Понимаешь, что тебе это 10 раз возвратилось таким же приятным. Знаете, вот не знаю даже, что сказать. Почему? Потому что я растерялась, девочки. Вроде такая сильная, вроде такая, знаете, я баба огонь, да? А вот такие вещи меня просто... Короче, вот так. Спасибо всем. Всем спасибо, девочки. До свидания, мои золотые. Ой, хотела вам просто показать. Одну минуту, девочки, задержу вас. Девчули, у нас дождик сегодня. Смотрите,
Смотрите, какой у нас дождик сегодня. Как хорошо. Хоть дышать можно. Знаете, это за столько времени, наверное, где-то месяцев 3 не было никакого дождя. Это так приятно. Вот такая у нас погода замечательная. Что ты мяукаешь, девочки? Как я устала от этой кошки. Если бы кто-то знал. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Ну что ты плачешь? Иди сюда. Кс-кс-кс. Идем, идем. Что ты хочешь? Девочки, вон там у нее тарелка с едой. Вот если вы не верите, вот смотрите, девочки. Вот выйду даже хоть босиком. Потому что вы, наверное, думаете, что я такая бессердечная. Вот смотрите, вон ее тарелка с едой. Я поставила с водой, чтобы муравьи не лезли. А то только муравьи постоянно должна... О, по деревам дождь капает. Что ты хочешь? Вот скажи мне, что ты хочешь? Вот скажи мне, что ты хочешь? Вот она хочет, чтобы я просто с ней рядом стояла. Вот смотрите, стану с ней рядом, она замолчит. Вот все. Вот все. Вот. 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 Вот что она хочет. Вот что она хочет. Все, успокоилась. Вот сейчас она потешится. Ну не могу же я вот так постоянно с ней. Домой запускаю, девочки. 5 минут тоже мяукает, хочет на улицу. А на улице, что ли, мне с ней вот так стоять? Вот так мне стоять, да, с ней? Вот так мне стоять с ней? Вот когда начинает мяукать, я думаю, наверное, люди думают, что я ее обижаю или еще что-то. Вот сейчас, смотрите, я уходить начинаю, начинается, смотрите. Все. Она вот так целый день, девочки. Она вот так целый день. Вот она ходит за мной, как будто я не знаю что. На нервы, короче, мне играет эта кошка, и все. А вот не могу, девочки, я ее куда-то выкинуть не могу. Сердце мое не дает. Не могу, девочки. Как я ее выкину? Уже столько лет она со мной. 3 года, наверное. Вода, девчонки, даже сейчас теплая. Даже сейчас теплая вода. Ой, нарыдалась, расплакалась, девочки, вовсю. Но это так приятно. Иди сюда, идем. Кс-кс-кс. Идем, здесь постою, идем. Идем. Вот сейчас я здесь сяду, она сразу заткнется. Идем, кс-кс-кс, идем. 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 Помуркай. Идем. На мою ногу, на. Смотрите. Ну, смотрите, вы когда-нибудь такое видели? А. Все, вот смотрите. Будет ласкаться, будет, смотрите. Вот сейчас возле меня сядет, и все, девочки. Ей ничего больше не нужно. Я только нужна ей я. Вот так, все. Она успокоилась. Вот так я сяду. Она успокаивается, девочки. Вот и все, девчонки. Она сейчас самая счастливая. Понятно? Вот так. Смотрите, какой у нее расцветок красивый. Вообще она красивая кошка. Кот. Это кот. Все, вот так. Вот так, все. Вот так. Все, она не мяукает. Она у нас добрая. Она у нас хорошая, она сейчас уснет за какие-то секунды. Вот я сейчас встану. Все, девчули. Все, сейчас смотрите. Все. Вот так. Вот так. Будет она мяукать и мяукать. А если домой зайдет, тоже дома мяукает. Смотрите. Я ее слышу из этого. Идем. 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 Не хочешь, не иди. Вот так будет мяукать и мяукать, девочки. У меня племянник пришел, не хочу его показывать, он не хочет. Так что, девчонки, все. До свидули. До свидосики, девчульки. Ой, довольная я. Довольная.